Приветствую вас, друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами в очередном путешествии приехали в одну из главных достопримечательностей города Крыма. Крыма, города Севастополя. Это знаменитый всем персонаж исторический. Сегодня мы с вами пройдемся, посмотрим все его достопримечательности. В очередной раз прогуляемся по его территории. И, возможно, многие узнали, где я сейчас нахожусь. Это тот самый памятник князю Владимиру, который указывает на то, что до самого Херсона исторического осталось совсем немного дойти. Прямой дорогой до самого Херсонеса Таврического. Здесь только что за нами был второй ход, который все это время на протяжении долгого времени был закрыт. Ну а пройдя какие-то 100 метров, основной центральный ход Херсонес-Таврический. И сегодня мы пройдемся, посмотрим всю территорию, покажем вам достопримечательности самой исторической части Херсонеса. Все его исторические факты и исторические достояния. Буквально месяц назад здесь совершенно не было людей, а сейчас здесь какой-то ажиотаж творится. Включая стойсовыми группами, слишком много народу, шум, гам. Но ничего страшного, это не мешает нам пройти. Где-то есть аппараты еще, кроме того, которые сейчас находятся за мной, где можно приобрести билеты, если вы являетесь гражданином Севастополя. А также для приезжих билет где-то стоит рублей 250, сейчас я точно вам сниму, скажу, сколько стоит билет. Thank you.
мы центральная агентура пропустили. Проверили билеты, проверили сыночки, все всегда все по стандарту. Все очень быстро. Попросили открыть саму сумочку. Проверили билет, прописку. Все, в принципе. Несмотря на то, пока рейс очень быстро. Себя прогулку по Херсонесу я всегда делю на две части. Первая — это когда я иду на левую часть. Первая — когда я иду на правую часть. На правой части мы сейчас с вами находимся. Это склепы, это амфитеатр, где приходят через театрализованные представления и выступления различных актеров. А левая часть — это где были поселения, где были дома. Дом винодела, туманный колокол, кстати, тот же самый, который есть у нас в фильме «Буратино». Он звонил, у него там поляна дураков была, когда его пытались обмануть на монетке, когда он закапывал. Его долго восстанавливали, реконструировали. Ну, я, кстати, попробую сегодня тоже добраться и посмотреть, что с этого получилось. За один день я никогда не было такого, что обходил и левую сторону, и правую сторону самого Херсонеса. Это очень тяжело. Здесь нельзя просто попасть сюда и пройти это все за один раз. Здесь нужно тщательно изучать каждую достопримечательность. Даже я посещаю каждую достопримечательность, потом стараюсь в интернете прочитать, что я посетил, когда, с чем и как историческая эпоха это связана, какое там в истории имело отношение. Так что вот, пытаюсь мне по максимуму охватить все, показать вам и как можно тщательнее рассказать и передать вам атмосферу. Oh,
мы планировали пройти под этой аркой. Месяц назад мы проходили на маршрутом. Эта арка была открыта. С нее открываются потрясающие виды на Херсонес и театр, где проходит представление. Красиво поснимать саму арку, красивый фотографий, потрясающие получаются в арке. Но сейчас здесь стоит палатка, оградили ленточкой, и проходить туда уже нельзя. И ничего, мы пойдем по дороге прямо вдоль самих склепов, туристских стен. Посмотрим и поснимаю, покажу вам, что представляет из собой часть, так сказать, пристройки Херсонеса, где находится склеп. Так, кстати, стоит помнить, что по всей территории Херсонеса присутствуют вот такие вот информативные стенды, где вы можете ознакомиться с историей, почитать, посмотреть картинки, ознакомиться с историей всей, очень познавательной и подробные. Кто желает, либо будет, в принципе, всегда можете ознакомиться, найти для себя нужную информацию. Вы знаете, я рекомендую посетить Херсонес всем, независимо от того, сколько раз до этого были здесь. Я уже нахожусь здесь, наверное, не 10, не 15 раз, каждый раз я прихожу сюда и постоянно залезаю в интернет, постоянно читаю что-то про это место. И постоянно, когда сюда прихожу, я открываю для себя что-то новое. Потому что я не знаю, для меня лично непередаваемые чувства, я чувствую. И я не знаю, что это чувство другого человека, который гуляет по территории и может прикоснуться к истории, к стенам Херсонеса, где много тысяч лет назад гуляли такие же самые люди, как мы с вами, только эта история, та история, которая сохранилась, это та история, которая нам дали возможность посмотреть, потрогать, пощупать, изучить. Поэтому в наше время каждый человек должен интересоваться такими событиями и пользоваться этой возможностью, которая ему предоставляется. И да, кстати, детям это полезно, детей нужно учить истории, потому что без истории нет нашего будущего. Без исторического прошлого нет нашего настоящего будущего. Thank you.
меньше демократии, где желающие наблюдатели нарушить не дозволю и не утаю вместе с ним, но зайду к милым правящим в городе, буду протом злоумышляющему и предающему, или склоняющемуся к отпадению, персонет или перпенитиду, или прекрасную гавань, или укрепление и область перпенитида. Буду служить демиургам и членам совета как можно лучше и справедливее для города и граждан, и сестер народу охраню, и не предам на словах ни Эллину, ни варвару ничего тайного, что может повредить городу. Не дам и не приму дара по вреду города и сограждан. Не замыслю никакого неправедного деяния против кого-либо из граждан не отпавших. И никому злоумышляющему не дозволю и не утаю вместе с ним, но заявлю и на суде подам голос по закону. Не вступлю в заговор ни против общины тех, кто насчитал, ни против кого-либо из сограждан, кто не отъявлен врагом народу. Если же я с кем-либо вступил в заговор или связан какой-либо клятвою или обетом, то нарушившему да будет лучше и не на них, а пребывающему обратное. И если я узнаю какой-либо закон, существующий или составляющийся, то заявлю демиургам, и хлеба вывозного с равнины не буду продавать и вывозить с равнины в другое место, но только в Херсонес. Зевс, Гея, Гелиос, Девы и боги олимпийские, пребывающему мне в этом да будет благо и самому, и роду, и моим, а не пребывающему зло и самому, и роду, и моим. Да не приносит мне плода ни земля, ни море, женщины да не рождают прекрасных детей, и да не... Надпись на третье сохранилась почти полностью. Не хватает только части заключительной фразы при всяких гражданах остановиться. Только что мы с вами прослушали присягу граждан Херсонеса, каждого гражданина, который проживал в городе. Он давал клятву на верность проживанию в городе, потому что он не нарушит ее клятву, не нарушит присягу верность, потому что будет честно проживать в городе и нести благо своему городу. Очень жаль, что до сих пор не нашли маленький фрагмент окончания самой присяги, но, наверное, 90% ее восстановлено. И вот этот фрагментный столбик ее озвучил. Это очень правильно. И это столбик. Is your mind?
только по-быстрому и по максимуму, что мог. Я вам рассказал про одну из частей СНС. От входа это правая сторона, я называю ее правой стороной, где проходит вечернее представление на самом СНС, где находится склеп, где находится оборонительное сооружение у ворота главного входа в СНС, где стоит присяга граждан кодекса жителей СНС. Я вам как мог пробежался, рассказал про эту часть. Откуда я ее называю правой частью, так как центральная ворота, она находится с правой стороны. Ну а сейчас мы будем двигаться в левую часть Херсонеса, где находится Туманный Колокол, где находятся сами непосредственные поселения, дома жителей самого города. Тот самый Туманный Колокол, любой колокол, который известен нам более всем по фильму «Буратино», когда Буратино звонил в него, такую монетку, я его обманул на день. Там находится исторические дома, то, что от них осталось, исторические кафе, там исторические дома. Это все посмотрю, очередной раз поснимаю и покажу вам все.